Всем доброе утро, моя хорошая. Сегодня я буду отмечать свой день рождения, который был вчера. Хотите посмотреть на меня, какая вот я с утра? И мало того, что после солярия еще и покрасневшая, опухшая, у меня раздулось еще ухо помимо рожи. Вот. И вчера мы легли спать с мамой, наверное, блин, во сколько мы уснули, мам? Ну, я полпятого помню. Я не спала еще. Мама полпятого еще не спала. Я, наверное, же тоже не могла уснуть от того, что так хотела спать, аж не могла уснуть. Короче, тоже где-то полпятого уснула. И сейчас 11, да? 11? Я даже не знаю, сколько сейчас. Я вообще не знаю. Мы не знаем, сколько сейчас времени мы проснулись, короче. Ну, Дима, ты с 15:09 пришел, вот я встала, и все, я бегаю тут. Короче, я поспала чуть дольше. Мила сегодня сходила с ума вообще просто. Все утро, всю ночь она не давала спать, она мяукала. И, блин, она такое... Да, я не спала до 5, наверное. Она такое вытворяла ночью, вспомнила. Она брала носок, подбрасывала его под потолок двумя лапами и прыгала сверху за ним. То есть снизу наверх за ним. Вообще, я думаю, блин, как бы это заснять вам показать? Просто человек, который подбрасывает мячик. Какой-то. Или клубок носков. Или мышку свою. Короче, она все, что-то можно было взять, подбросить. Она все подбрасывала у нас в спальне. А я хотела, чтобы мама быстрее заснула, я закрыла дверь к нам. То есть она у меня в спальне была. Потом я уже не вытерпела. Наверное, я не знаю, же мама проснулась, уже там было 6 или сколько там. Да я не знаю даже, сколько время, короче. Я уже выпустила Милу, чтобы она, может быть, и в комнате с ума сходит. Ни хрена не выспалась, вот я к чему. И сегодня я жду уже к 5 часам, всем написала всех. Вот нам доделывают остатки кухни, уже чуть-чуть, уже все доделали практически. Вот. И мама сейчас переместится. Мама Чоли, вот она у меня такая вся. Мама вся задачена. Ла-ла-ла. Бегает. Туда, она вся сюда. Задачена. Надо вот это сделать, вот это сделать, вот это сделать. А у меня мозг еще спит. Я еще сплю. Вот, смотрите, видите, картошечку помыла, подготовила в тазике. Яички это на оливье. Это пюре. Компот уже поставила. Я делаю все на автопилоте. Ты мама? Да, автопилот. Я кофе напилась и бегаю. Вот. У нее такая привычка всегда, когда это, она кофе напилась, она уже такая, как электровеник бегает. А я только проснулась, такая выплываю из спальни, мама такая, так, надо вот это сделать, Можешь? Я говорю, нет. Мне нужно попить кофе. Я уже ударилась 2 раза, девочки. Рука чешется. А баблу? Лям, разве звать? Денег будет сколько. В общем, пью кофе, просыпаюсь. Сейчас будем распасовывать. Да, я еще разговаривать не умею, когда вот только проснусь. Распасовывать все будем по кухне, чтобы мама переместилась на кухню. Она вот стоит уже и говорит, я хочу на кухню новую. У меня тут, у меня там, там три места, три точки. Я бегаю, как это. Там, тут, там, там. Вот, сейчас мы ее переместим, я буду пить кофе и просыпаться потихоньку. Мне нужно снять видео. Одно как минимум надо снять. Вот, и все. И подготавливаемся. Надо все расфасовать, немножко поубирать, освободить полностью зал. Все вот эти вот непонятные штуки, которые у нас. Ну, короче, покажу. Что, мои хорошие? Полдня, блин, раскладывали все. Время уже у нас 2:30. Через 2.5 часа придут гости. Сейчас я искупалась, сейчас мама пойдет купаться. Вот, мне нужно снять видео обязательно сегодня, потому что потом, когда будут гости сегодня и завтра, у меня уже не будет времени снимать видео, поэтому надо его снять. Вот. Денька вот тут с шариками играется. Бабушка там посуду решила все перемыть, чтобы выставить ее уже как следует. Милка боится шаров, вот не выходит из ванны, смотрите. Или вышла. Или перебежала. Ага, перебежала и спряталась снова куда-то туда. Ага, его там мяучит. Боится, ребёнок. Вон она плачет. Мил, ну чё ты? Ну чё ты плачешь? Кися, не бойся. Иди ко мне. Иди ко мне. Пойдем с шариками дружиться. Она боится именно этого большого Микки Мауса. То есть, я так понимаю, она больших шаров не боится, но Микки Маус ей, может быть, мама говорит, может, он ей напоминает тигра. Тигра или льва напоминает большого. Но она мурчит как бы. О, перестала мурчать. О, видите, видите? Все, маленькая мама. Да не бойся, но мама рядом. Мама же рядом.
И что, шарики? И что они? Вот висят. Чумаш, вот. Боится на кошечку. А вот твое отражение. Не боишься? Сама себя не боишься? Ты же у меня тигрица. Там же тигрица у меня. Ой, ну что, мои хорошие, я уже посушилась. Вот, все что-то медленненько у нас проходит. Мама уже понаставила. Это мамкина тема. Вот это вот повесить, вот это вот, вот постелить, вот. Я перемываю посуду, мне нужно эти все полотенца сейчас. Мне посуду. Давай посуду потом мне надо помыть. Давай, бокалы, тарелки. Давай, быстро. А где я возьму? А я знаю, где они стоят. Я могу сейчас распаковать и помыть. Кто? Новые постановки. Так новые, подожди, надо снять. Так мне, я жду их помыть. А я думала бокалы. Бокалы, бокалы, это, давай, бокалы не новые. Бежать, коробки в какой-то. Пойду искать, что не закрыто. Давай, стаканы, бокалы. Сестрюшка. Угу, конвертики. Исполнение. Давай скорее, меч. Скорее. Привет, а где Настюля? Она занимается у нас. А, покрасилась, какая красота. Мне нравится. Класс. Ну давайте, заходите, раздевайтесь, разувайтесь. Я еще даже не переодела в модное платье, блин. Та-та-та-та-та-та-та. А у кого сегодня праздник? Так, я не знаю, где чье. А где чье? На день рождения. Да, брат хочет сказать. Вот и сидим мы тут. Подожди, это Виталий и Наташа. Да, и Виталий один, а один Наташа. Давай посмотрим. Пожалуйста. Спасибо. И Виталий. Спасибо. Ну, парочка красивая. Они пришли просто. Вот, вот это Виталий, а вот это Наташа. Знаешь, да, точно уже. Да, я там просто, по-моему, запаковала по-разному. Открываем. Красиво. Давай. Ты должен померить. Я надеюсь, она подойдет по... 6 лет же у вас, да? 6 лет вместе, ребята. Скажи, я тоже люблю открывать. Вместе. Мы вместе, да. Ой, что там такая за штучка? А это ж... Та-дам! Кольцо братвы. Ну? Кто-то хочет водичку попить. Ну? Четко? Четко, да. Класс! Видишь, снимается не просто так, супер! Ну все, ну твой размер, да. Ну все, носи, буду смотреть. И будешь вспоминать меня. Так, Натали теперь. Красота. Я надеюсь, тебе понравится то, что я выбрала. Как для себя. Я захотела себе, думаю, это значит, надо брать. Нужно ж... Планеты. У вас... Я знаю. Вот ваши, вот. Ты сказал, что ты вот хочешь что-то современненькое такое, траля-ля. Ну вот это украшение одно из вот, которое сейчас... Вот насколько современное. Ну так, шипы, все дела. А, ну, видишь, образ меняет. Сейчас шипы, сейчас уши проколены, еще сейчас будет... Опачки. Так, это смотри. Это цепочка. Ой, смотри. Ух, это галстучек. Галстучек. Я не знаю даже, как называется. Ты посовременнее меня будешь, слышишь? Галстучки, да? Да, там она говорила, назвала какие-то галстучки, якоря, плетения какие-то. Я, короче, это... Ну, я помню, видела, что девчонки модные вот так в Инстаграме. И я вот решила взять. Давай, Дина, что тут? Ну давайте, наряжайтесь. Заблудились. Ой, Тимузи, мы никто. Привет. Привет, у меня. Привет. Заходите. Привет. Заходите. Сама красивая. Мне кажется, с тобой похожи. С днем рождения. Спасибо, моя красота. Желаю счастья, здоровья, любви, всего самого лучшего. Да ты ж моя солнышко. Сама. Ух ты, смотрите, конверты полетели. Спасибо. Да. Эти бози мои все поцеловать, то обнимать, бози мои. Так, следующий букетик, следующий вазу. Представляете, да, я, конечно, не вовремя беру камеру, но у нас тут произошла эпопея какая. Нужны ваши комментарии, да. Мы порезали зелень. Короче, девчонки все тут нарезали, наделывали. В общем, зелень у нас вот салат фруктовый, траля-ля. И тут вот брат делал параллельно оливье. И Натали это собиралась. Не помешает нигде. И только Натали собиралась добавить зелень в оливье. Как все наши мамы и тети. Зелень в оливье не кладем всю жизнь. Мы привыкли, не надо путать, боже, дрожащий. А Наташа? Наташа, зелень! Зелень!
продают в магазинах безделье. Вот так вот они и спорят. В ресторанах безделье. Ну да, в ресторанах, а это уже свой одомашненный вкус на безделье. Почему извращенка? Мне нравится запах и вкус свежей зелени. Почему извращенка? Это ушли. Не говори. Вкусы бывают у всех разные, привычки готовить в каждой семье разные. Будьте друг другу очень, как бы сказать, восприимчивы, нормально. Все. Брат защищает. За зелень. За зелень. Везде много зелени. Так, побольше. Виталик за зелень, Наташа за зелень, мама с Мариной. Нужна жвачка. Они вдвоем против зелени. Без зелени. Малой, слышь, малой. Тим, ты с зеленью любишь оливье или как? Я бы против зелени тоже так голосовал. Я без зелени, я не знаю. Ты все время без зелени. Короче, а я ела и с зеленью, и без зелени, честно говоря, я не помню разницы. Вот. Я считаю, что зелень, микроэлементов очень много и очень полезно. Поэтому я всегда за и везде. Везде и за. А напишите в комментариях, вы добавляете вы в оливье зелень или нет. Так, Денечка, мы заболтали вот эту вот фигню перламутровую. Я теперь боюсь, честно говоря, открывать. Вот так, да, чуть-чуть, ага. Давайте попробуем, откроем. Мы сейчас все такие запаренные, короче. Ты можешь брата попросить, что-то ты... зря ты сама. А что, я... Ты ее болтала, если что. Ну что, я профи вообще. Ты думаешь, я не удержу, у меня здесь крышка вылечу? Ну смотри! Сейчас все взорвется нахрен, да? Я надеюсь, что нет. Ты боишься? Да, очень. Давай. Брат, двумя руками держи вес, давай, она просто взрывается. Вот и знаю. Я чувствую. Уже, да? Отпусти. Отпусти. Ее еще надо надавить. Да ладно, нет. Вообще я профи, смотри. Давай сама. Профи. Держи. Профи, пусть, да пусть держи. Да помоги ж ты, глянь. Наш профи. А что? Ну молодец, ничего себе, круто. Ну давай покалывай. Смотри, какая краска. Да? Мы фоткаться. Это я специально для себя взяла. Я, если честно, сколько вот мы живем вместе, я даже не задумывался. Ел и ел. Жалко, бокалов мало мне вот этих. Так, девочки, вот перламутр. Ой, этот современный мир. Вот мы втроем пьем напиток, больше никто не хочет. Кто-то за рулем, кто-то... Свет заслонил, чтобы было видно. Пойдемте на свет. Пойдемте на свет. Ради шампанского на улицу пойдем. Ба-ба! Та-дам! С днем! Спасибо, что прошли! Пробуем. Красота. Мы только все трогаем. Да, да, да. Все не пьют. Какая сладкая? Клубничка, да. Мало газиков, клубничка. Сладкая сильно. Не очень газированная. Приятно. Ну, сладенькая чуть-чуть, я считаю. Ну все, мы, короче, уже голодные. Сели. Что мы приготовили на столе? Да я хоть покажу стол. Вот мама запекла вкусняшки и ляшки. Да? А, бедрышки, простите. Я их не запекала, они сами запекались. Сами запекались. Я уже чувствую вкусные. Вот сестер нарезала, смотрите, как в ресторанах лучших, да? Это вот я набросала немного там. О, ну да, это моя мама. Рыбы. Она так может. Картошечка, оливьешечка тоже Виталик с Наташей нарезали. Спасибо им большое. Его салатик еще тоже нарезали. В общем, все, давайте наливаем и выпиваем, расслабляемся наконец-таки. Да, поехали. Девочки, смотрите, сейчас буду угощать. Ну вот, пока медовик мы не открываем, потому что все знают его. Ну, кто захочет потом. Пока что вот, всем интересно вот этот пломбир попробовать, настоящий десерт. И вот эта корзинка, тоже многие знают и многие ели. Ну, будем резать сейчас, все и пробовать. Ну что, гостей провожаем. Най, держи водичку. Свет включаем. Чего вы в потемках одеваете? Да, видно все. Все хорошо видят тогда, я смотрю. Все в потемках одевают. Привет. Да привет. Леня открыл дверь, вот такой стоит, а у него сзади шарики. Говорит, привет. Всем привет. Так, ну короче, это оставляем. Это я поубираю, приду. Сейчас всем провожу, помогут мне еще это. Да, мусор мне помогут еще вынести огромное количество. И погуляем с детьми. Сказали же и так погулять. Бусечка моя. Я вот так вот гулять иду. Теперь буду вам показывать все мои луки.
Что я беру? Давай. Я тоже люблю. Смотрите, какие у меня все помощники. Вот сколько мусора у меня там было на входе. Катя с двумя пакетами, у Настеньки, Марина с двумя, Виталя, вот смотрите, вот я. Так, ты там что, санлайт выкидываешь? Я в Ютубе, я в Ютубе. Ты в Ютубе, все помогают. Помощники мои. Что бы я без вас делала? 5 заходов бы тащила. Ой, ну что, мои хорошие, мы погуляли, проводили всех, пришли домой. Какая же я уставшая, просто ужас. Я представляю, мама сейчас придет домой. И как она будет, ой, счастлива. Да, ёшкин кот. Да, мне надо вот здесь вот, наверное, это, что-то повесить, чтобы было. А то вот здесь вот одной рукой, видите, надо еще умудриться поставить-то. Милочка моя. О, Денечка, не трогай там кисть. Я попробую. Что ты хочешь попробовать? Это нельзя пробовать, это шампанское. Вот все. Здесь. Вот компотик. Все. Компотик, на, пробуй. Да. Пей компотик. Стульчик такой подставила же, посмотрите, деловушка маленькая. Так, сейчас соберу столы эти. Надо куда-то их, наверное, вообще... А, завтра же у меня еще гости. Ой, можно даже ничего не убирать. Завтра гости. Я также накрою все. Полы помыть надо только. Вот там вот освободить. Я все-таки не было времени вот это вот поосвобождать. Чуть-чуть поубирать можно еще. Ой, хорошо. Раздеваемся, купаемся. Милочка, чего ты плачешь? Вкусно? Да. Ну что, мои крошки, время... Да, 10 минут третьего я смонтировала для вас видео на завтра. Вот, и села сейчас поесть. Кстати, последний день сегодня, у меня 2 недели привозили мне еду. Вот, последний день сегодня, креветки, спагетти с креветками я решила поесть. Вот, на завтра уже девочки пишут мне, что придут. Вот, и я все... Мозг мой вообще не работает, глаза закрываются. Я включаю сериал. Сейчас начала смотреть сериал. Как он называется? Миссис Америка. Миссис Америка. Мне нравится. Такое, знаете, 1970-е такое. Прям классно. Вторую серию, ой, третью серию сейчас смотрю. Вот, кушаю и спать. Завтра вставать рано уже, встречать гостей. Доброе утро, мои хорошие. День, господи, второй отмечания. Я сегодня, в принципе, достаточно хорошо спала, выспалась. Но знаете, что я проснулась? А у меня вот здесь вот просто такой жесткий залом. И от того, что у меня немного болит ухо, вот это, да, я на нем не сплю. Я подкладываю руку себе вот так вот немного, чтобы ухо не попадало, ну, ни на что не докасалось ухо, мочка. И, видимо, я вот как-то лежала вот так, и у меня вот так вот было. Представляете, вот так вот проспать. Так, ко мне, господи, я делаю 10 тысяч дел одновременно сразу. Сделала себе кофе, сделала 2 глотка и думаю, сейчас Лена придет пораньше. Лена блондинка должна прийти пораньше. И я думаю, так, надо скорее попылесосить, помыть полы, потому что вчера я это не успела все сделать. И все, давай здесь намывать, все пылесосить. Думаю, так, вот здесь ремонт идет параллельно. Ну, я буду продолжать говорить. Иначе я никогда не доделаю свои дела. И Лена сейчас придет, я буду при ней сейчас делать масочку. Вот так вот все, да? Вот. А Лена темненькая, Алена, чтобы вы различали просто, она придет чуть попозже, потому что ее малышка, может быть, сейчас уснет. И тогда ей нужно поспать, и она придет попозже. А Таня, у нее клиентки, и она придет еще позже. Ну, где-то к 3 часам, к середине, да, я закажу суши, прям хочу такую вот, прям корзинку заказать суши. Вот. Чтобы мы покушали. Да, пока я напою Лену кофе, у меня еще оливье, салаты там есть. Есть чем угостить. Вот. Что еще? А, еще я формирую видео для вас. Вот обложку сейчас делаю параллельно. Пью кофе. Вот. Денька тут сходит с ума. Что еще? Я еще даже не проснулась, если честно. Да, испугал меня этот залом сегодня. Поэтому у меня, кстати, много для носогубок. У меня 4 пары. Там одно я на видео снимала. Вот сейчас сделаю. Еще 2 остается. Я бы сюда на лоб еще сделала такую. Но лоб у меня был 1. Когда я вам тестировала на 2-м канале. К сожалению. Лоб был 1. Это микроигольчатые. Патч. В каком виде я встречаю Лену?
Мы тут, дверь открыты. Идите, идите. Кто ко мне идет? Ой, ты выслала. Так, ну что, мы уже тут с Аленой. 2 или 3 часа, да? Ждем Лену. Вот она подъезжает. Точно, да, суши уже, роллы заказали. Я такая, на проходе, да, решила все это сказать, потому что мы просто болтали, там, тут дела, тут болтёж, то вот это то, и некогда была камера. А вот и Ленусик идет. Идет, девочки, Ленусик-пупсик. Ой, а это роллы пришли, девочки, вы представляете? Я испугалась, думала, Лена превратилась в мужчину. Кошмар какой. Зараза мелкая. Представляете? Господи, тут я напугалась. Я, понимаешь, я опешила такая, главное. Я такая стою, такая... Вы кто вообще? Мила. Потом смотрю. Мила. Кто пришел, мой красивый? Заходите. Вы такие нарядные. Заходите. Говори, заходите. Заходи, Марусь. Ой, какая красивая. Приветики. Аккуратно, не колючие очень, да. Ты решил меня поколоть? Это Дэнни распоряжается, она старше. Приветики, заходите. Мы уже на стол накрыли, давайте. Разувайтесь. Все, мои хорошие гости, дорогие, давайте выпьем. И вот я выключу камеру и уже... Спасибо, что пришли. Татьяны еще не хватает, но она придет скоро. Ой, а к Дэньке невесты... Ага, все. К Дэньке-то невесты приехали. К тебе невесты приехали? Виктория. Красотка. Помаши всем, скажи привет-привет. Тетя моя девочка. Так, и Маруська там вон развлекается. Машу смотрят. Ладно, потом покажу, когда будут вместе. Денька пока что это мужскими делами занимается. Дом строит, все дела. Ну вот она, последняя звезда. А что там у тебя это? А, ты снимаешь. И да. Я снимаю. Ой, смотрите, 500 евро у меня там. Кайф какой. Ну, чтоб ты шиканула и ничем себе не радовала. Спасибо. Закрывай дверки. Да. Котенок, ты меня встречаешь тоже. Да мы упали на площадке. Сильно? Да. Девчонки, доброй ночи. Да, вот. Танюша задержалась у меня, короче. Сейчас начало третьего, 10 минут третьего ночи. Малой уже спит, конечно же, мы тут трещали, и вот уже время, пора. Это... Таня говорит, пора ночной дожор включить. Пора проведать холодильник. Да, и мы, короче, проведали тут вот. Я оливьешечку сейчас себе накладу. Наложу. Нет, оливьешечку я наложу. Таня вот швепс говорит, знаете, если вот есть колбаску и швепсом запивать, то не поправишься. Переварится. Да, вот видите, как она себя успокаивает. А я буду компотиком запивать. Так что вот так мы веселимся. Сегодня приезжали девочки, да. Все зашибись. Они, естественно, с детками раньше уехали. Вот. А мы вот еще... Тусим. Да. Завтра у меня будет выходной, я буду дома. Хотя у меня столько посылок классных пришло. Не, за посылками съезжу. Ой, может, еще в магазин, короче, завтра буду шататься такая. У меня столько подарков надарили, девочки, посмотрите. Можно я вам похвастаюсь? Я никому не показываюсь. Смотрите, так это еще не все. Мамин конверт я уже потратила. Смотрите. Мир прям. Да. Да. Да, помахай. Помахай. Надарили. Видите? Никто подарки не дарил. Все приходили с цветами, с конвертами. И, кстати, в моей жизни это первый раз вот так, чтобы прям реально все с конвертами приходили. Так это приятно. По-взрослому. По-взрослому, да. И да. Я на самом деле делаю вывод, что я буду всегда с конвертами приходить. Это очень приятно. Очень удобно, да. Не то, что там потом думаешь, кому эти передарить. Да, а человек вот так насобирал все. Раз, и завтра пойду радовать себя. Спасибо всем, мои кошечки. Крошки мои, проводила Таню. Время 3 часа ночи, начало 4-го. Хотела показать вам, какие красивые цветочки у меня. Такие свеженькие стоят. Розы девочки подарили. Вот, Люси розы подарила. Это вообще я маме подарила, но она забыла его, походу. Она уходила тоже с полными руками. Забыла букет у меня. Вот такой вот букетик красивый у меня. Замечательно вообще. Так все радует. Так пахнет цветами.
шарики деткам сегодня раздала, шарики. Микки Мауса отдала. Милка как раз-таки Микки Мауса здесь больше всего и боялась. Вот. И вот такой красивый букетик. Красивые упаковочки. Все, вся в розах. Завтра буду фоткаться. Сегодня сил уже нет. Ой. Сил нет фоткаться сегодня, так что завтра буду. Пойдем, солнышко мое. Выключаем свет. Вот эти вот тряпки вообще меня так напрягают здесь. Хочется, чтобы была здесь одна беленькая тряпочка, да, и одна красивая вот такая губка. Вот это все должно быть в специальных, красивых этих. И ничего здесь никогда не должно быть наставлено. Максимум фрукты и максимум вот здесь букетик цветов. Вот так вот должен стоять. Вот это даже большеват. Сюда. Ой, разберусь, ладно. Пошли. Пошли спать, мам. Моя девочка. Всем доброе утро, мои хорошие. Да, теперь это будет мой любимый фон. На фоне кухни я буду говорить вам доброе утро, мои хорошие. Да, я выхожу вот так и первым делом вижу эту красоту. Немножко, вот, конечно, этот поток тряпок, склад, это все уберется. И просто у меня вообще совершенно нет сил, девочки. Я на самом деле еще не всех пригласила. И есть еще часть девочек, которых бы я очень хотела видеть у себя в гостях, и я обещала пригласить их на новоселье и все такое. Но я просто понимаю, что я просто физически, у меня нет сил, я выдохшаяся. Если бы это было просто, знаете, два дня, родственники там и подруги мои, там близкие детства, да, это одно, то третий день я бы смогла. Но так как 4 дня делали эту кухню, то есть ты не расслабишься, да, потом нон-стопом ты идешь, отмечаешь эти 2 дня рождения, просто я реально настолько выдохлась. Ну, тем более вещи надо собрать, все разложить, и уже потом оставшихся девочек приглашу, вот, обязательно. Так что, девочки, кого я не пригласила еще, кто еще у меня не был, обязательно приглашу. Просто хочется более-менее здесь убраться. Так как у меня вот кухня стоит, и это все прекрасно, да, а все остальное пока что в ужасе. Надо все разложить, разобрать, чтобы все красивенько, и вас пригласить в гости. Вот. Мои цветочки все. Блин, мама забыла цветы. И меня теперь, вот я переживаю, на них все время смотрю и вспоминаю, что мама забыла цветы. Так. Сейчас я хочу поменять везде водичку на цветах, взбрызгнуть все, что можно, снять упаковочки. Так, это я тут фотографировалась. Да, так хочется скорее поехать и уже набрать что-нибудь себе. Я уже смотрю, что хочется взять, вот, ну, допустим, средства, да, моющиеся. Господи, я еще чуть-чуть не проснулась, девочки, только один стакан кофе выпила. Моющее средство хочется в отдельную, да, она такая повыше должна быть, поменьше, ну, в стиле, да, чтобы все красивенько было в стиле. Вот эти тряпки как-то тоже красиво хочется все-таки, чтобы они лежали, а не вот так вот на мойке. Либо тряпочка должна быть белого цвета, да, ну, все красиво должно быть, гармонировать. Вот, сейчас цветы, короче, хочу привести в порядок, чтобы они как можно дольше у меня стояли, потому что у меня жарко, честно говоря, и цветы долго не стоят. А еще, знаете, что по поводу вот этой ниши? Мне так нравится, даже удобненько, когда ты с холодильника... Ну, здесь сейчас цветы стоят, да, и как бы ничего не поставишь. Но очень удобно с холодильника, когда ты что-то достал, как удобно сюда ставить, да, но в то же самое время и сюда удобно ставить. Я думаю, что нам принесут 2 фасада, но, возможно, мы сделаем сюда закрытый фасад, а сюда не будем делать. Оставлю нишу для цветов, для еще чего-то. Мне вот нравится, честно говоря, вот эта ниша. Пусть будет. Вот, а потом, если что, ну, они все подготовят, мы просто уберем, а если что захотим сделать, мы поставим. Наверное, так вот буду смотреть, думать. Устала безумно сильно, очень много посылок сейчас пришло, сейчас, не знаю, вторую кружку кофе не буду делать, наверное, возьму лучше в Старбаксе, так они мне фраппучино вкусно делают, что я о нем встаю, каждый раз думаю, вот, позавтракать надо. И будем выходить. Так, ну все, перемыла все цветы, перебрала, не стала убирать, потому что вот эти цветочки колючие, красные тоже колючие, а они у меня были, да, без упаковки, вот так вот. Ну, колюченькие, здесь я просто аккуратно вылила воду, даже не вытаскивала их, потому что они колючки. Вот, мамины цветочки немножко тоже встряхнула и налила туда воды, там губка. Здесь все пообрезала, убрала, вот красиво как. Мне надо обязательно успеть вам вот эти вообще, это вот брат подарил мне вот эти цветы, шикарные, правда. И Алена, вот эти розовенькие, да, кстати, классные. Хорошо, что я купила вот эту вот вазу.
высокую, так что можно теперь мне и высокие цветы дарить. Я надеюсь, все простоит, вот эти свеженькие вообще обалденненькие, прям красные розы. Розы я обожаю, это моя слабость, поэтому маме тоже я розы дарила. Вот. Это просто летний, весенний, классный букетик, кайф. Вот, короче, все мне нравится. Шарики. Кстати, все посмотрели, по-моему, видео с Милой. И шарики никто мне, кроме Любы, не подарил. Ну и правильно сделали. Я на самом деле хотела даже еще это позвонить и сказать, что, ребят, не дарите шарики, а то это ребенок мой просто не будет вылазить. А, кстати, сейчас она нормально уже, вот видите. Нормально сидит, не шугается. Она боялась именно вот того Микки Мауса большого. А где мой ребенок? Видите, как хорошо, что у меня на окнах защита стоит. Я могу не переживать. Что мой ребенок вот тут вот, ой, хочет посмотреть в окошенько, да? В окошенько. Смотри. Что там? На улицу пойдем? Да. Ну, пойдем одеваться. Пойдем одеваться. Пойдем. Мила, смотрите, все цветы у меня поперекопала. Мила, все поела. Говорят, что это ядовитые еще цветы. Господи. Она вот их грызет, точит ногти. Блин, ну все, это просто на выброс, девчонки. Хочу сюда посадить другие какие-то цветы, которые не будет есть кошка. И будет красиво. Не трогай. Не трогай, Мила.